Мы сейчас находимся в квартире в стиле техностайл, которая была сделана на деньги, заработанные на Евро 2012. Она находится в самом, почти в центре города, на Научной, метро через дорогу, очень удобная, в тихом месте. И сделано современно, с использованием современного LED-освещения. Все сделано дорого. Сейчас проходим в кухню. Кухня-студия. Вот за моей спиной. Очень хорошая, современно сделанная. Гранит. Столешница гранитная. Также есть барная стойка с домашним кинотеатром, тоже из гранита. И телевизор, окна, выходящие во двор, в тихий двор. И дальше мы видим диван на всю стенку с картинами на диване. Светлый диван. Из него получается, эта часть выдвигается, получается спальное место. И вот эта часть тоже получается одно спальное место. Разместиться много людей могут. Дальше ниша с каким-то рисунком, тоже в техностайле. И дальше мы идем в ванную. Ванной уголок с унитазом, зеркало, умывальник с зеркалом и джакузи с гидромассажем. Джакузи с окошком, можно замечательно принимать душ и смотреть, что там происходит за пределами ванны. Очень удобно, современно. Телевизор. Перед джакузи телевизор. Не помню, показал он или не показал. Можно лежать в джакузи, слушать музыку, смотреть какие-то любимые сериалы. Так. Теперь перемещаемся в спальню. В спальне шкаф-купе затемненный, большой, просторный, вмещающий все, и кровать, как мы видим справа, кровать с подсветкой, над кроватью картина, окно и, естественно, телевизор. Как видите, здесь очень удобно, уютно, современно. Приезжайте к нам, всех разместим. Заходите на наш сайт elitki.com, подписывайтесь на наши каналы во всех соцсетях. Будем рады вам. Забыл сказать, квартира находится на первом этаже, что удобно для людей, которым тяжело подниматься пешком. А лифта очень мало в центре. Также мы видим, на окне стоит мини-солярий. Welcome!